посигналил, поморгал и поехал. Вроде проще простого. Но, как известно, чтобы автомобиль тронулся с места, в нем должны заработать сотни компонентов. Как раз их сегодня здесь и представляют российские и зарубежные производители. Елабужские аккумуляторы, секреты камазовских двигателей и нижнекамские шины в поисках татарстанских комплектующих белорусские автопроизводители. Андрей Ковалев – оценщик эффективности закупок. Продукцию с павильонов Казанской экспозиции уже планируют испытать на Минском полигоне. Поразило очень много комплектующих, которые используются при производстве нашей грузовой и пассажирской техники. Вот. Стоит посмотреть, пощупать, так сказать, как бы и применить при производстве. В соседнем павильоне предлагают пощупать и посмотреть комплектующие для элитных внедорожников. Здесь расположились около сотни компаний из Китая. Акцент на бизнесменов в области иностранных автомобилей. Казань у нас считается одним из самых потенциальных рынков. Сегодня мы делаем первые шаги на российском рынке и надеемся на плодотворное сотрудничество. Это видео с первой смертельной аварии с участием беспилотного автомобиля в США. Как безопасно проводить испытания и как вывести беспилотные КАМАЗы на М7? Вопросы будущего автопрома обсуждают в кулуарах. Форум проводится совместно с нашим партнером Ассоциацией европейского бизнеса. Это позволяет нам на одной площадке объединить усилия и собрать российских и зарубежных инвесторов, производителей, поставщиков. 30 марта участники автофорума лично познакомятся с продукцией КАМАЗа уже в Челнах. Салават Мадолин, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань.